Инвалиды Донецкой области получили автомобили, ключи им вручили представители фонда социального страхования. Среди автовладельцев – люди, которые травмировались на производстве. Бывшие электрики, крановщики, железнодорожники. Закупили 95 машин марки «Сенс». Они оборудованы специально для инвалидов. В салоне нет педали газа, тормоза и сцепления. Управлять транспортом водители будут вручную. На покупку потратили почти 7 миллионов гривен. Комплектация авто стандартная. Большинство владельцев признаются, накопить на такую машину трудно. Ощущение, ну, не передать мне, понимаете, это самое дело, что ну, на пенсию там много не наработаешь такой, блин. Тем более там афганских добавляют там вообще чуть-чуть. 73 тысячи с, это самое, с вот этим всем управлением, ну, это же дорого. Мы до 6 числа включительно завершим выдачу автомобилей. И все-таки то, что Донецкая область получила 18% от всех тех, которые состоят на очереди по Украине, это, думаю, что большое достижение. И плюс к тому, я хотела бы сказать, что мы практически не будем иметь очередность на автомобиле.